Привет! Хочу вам рассказать о мойке высокого давления Makita HW112. Это компактное и удобное устройство, незаменимое в быту для быстрой мойки автомобиля, велосипедов или садовых дорожек. Благодаря мощному двигателю на 1600 Вт мойка работает с высокой производительностью – 370 литров в час. Максимальное рабочее давление – 120 бар. Важными преимуществами этой модели являются прочный металлический распылитель, встроенный фильтр, прочный и гибкий армированный шланг, встроенный барабан для шланга и держатель для насадок, встроенная емкость для моющих средств, система быстрого присоединения шланга и насадок, большие колеса и удобная рукоятка для транспортировки, компактные размеры. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.